Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Познакомилась с парнем. На первом свидании выпили по чашке чая, на втором сходили в пиццерию. Третье свидание сходили в кино. Угостил мороженым, проговорили еще после этого часа два. Предложил еще встретиться, потом написал сообщение, что я хорошая. Как можно подразумевать эту фразу «ты хорошая»? Это намек, что я хорошая, но как друг, или действительно, что я ему нравлюсь как женщина? Просто все говорят по-разному на многих форумах, пишут, что хорошая – это типа просто как друг, ничего большего. Хотел бы знать ваше мнение по этому поводу, дорогие эксперты. Благодарю. Пишет Анастасия. Анастасия, вам придется принять тот факт, что наше мнение не значит здесь вообще ничего по вашему вопросу, потому что в зависимости от разного, в зависимости от того, какой человек, эта фраза может подразумевать все что угодно. Я бы предположил, что ни о какой дружбе речь не идет. Нельзя стать другом за три свидания. Кроме того, факт того, что у вас были свидания, говорит о том, что, опять же, это именно свидание, а не дружба. Поэтому я бы все-таки высказал предположение, что вы хорошая, ну, больше, наверное, как человек и ближе как женщина, но не как друг, это точно. Другой вопрос, что вы как будто бы здесь, на мой взгляд, то ли в себе не уверены, то ли торопитесь, в смысле, торопите события. Вот, мне сложно, так вот, однозначно сказать, но факт остается фактом, что здесь вы как-то вот тревожны, что ли. И вот этот момент, он очень-очень важен, как, ну, как мне кажется. Вот, поэтому я думаю, что вам в первую очередь нужно обратить внимание именно на это, вот, на эти факты. А дальше уже можно будет, ну, как-то выявлять, дальше уже можно будет давать вам какие-то комментарии. Вот, я бы так тут сказал. То есть я бы вот с такой позиции вам бы здесь ответил. Вот это, на мой взгляд, такое отражение ситуации здесь. Конечно, я не знаю всех тонкостей, но факт того, что он вы в себе как будто бы не уверены, вот. Факт того, что как будто бы вы в себе сомневаетесь, вот это, конечно, очень такой важный аспект, на мой взгляд, да? И я бы начал именно с этого.
Сейчас ситуация вот. Сейчас вот ситуация такая, что вы, как мне опять же кажется, да, просто пытаетесь, ну вот в какой-то степени, знаете, побороть свою тревожность, неуверенность, вот. И я вас в принципе понимаю, я понимаю вас. Вот. Я прекрасно понимаю вас в этом, ну, в этом смысле. Только, опять же, от этого, на мой взгляд, мало что, ну, мало что меняется, к сожалению. Вот. Так что, если вы ну вот в себе сами не уверены, да, если вы в себе сами сомневаетесь, то я бы, конечно, начал бы с ну, с поднятия, так скажем, самооценки. Вот, просто потому что это куда более важный аспект, чем вот, ну, чем то, о чем мы сейчас с вами говорим. А то, что вы вот читаете форумы, да, вот, то, что, ну, то, что вы вот пытаетесь как-то вот читать форумы, то, что вы пытаетесь что-то для себя вот увидеть, понять и так далее, это, конечно, фактор скорее такой, больше негативный, на мой взгляд, по крайней мере. Вот, и работать нужно, ну, опять же, по моему мнению, исключительно, по моему мнению, работать нужно вот именно с этим, с тем, что вы в себе, ну, как-то вот сомневаетесь. Вот такой ответ я бы мог вам сейчас предложить. Искренне желаю вам всего самого доброго, удачи. Буду благодарен, буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого-самого доброго. Обращайтесь.